Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском радио. Дорогие друзья, как всегда, приятно с вами поговорить в эфире Русского радио. Хочется сказать мне, вам, Светлана Казаринова, и всем нашим слушателям привет. Если ты не будешь отворачиваться от микрофона, тебя даже услышат. Здравствуй, Довлатова, добрый вечер все. Ой, ты же знаешь, насколько я эмоциональный человек. Я стараюсь не отворачиваться от микрофона. Он мне очень нравится. Он очень красиво вписывается вообще во весь антураж нашей студии и моей личности, в частности. Было бы странно, если бы микрофон не вписывался в антураж радиостудии, да, согласись. Да, так вот. А вписывается он хорошо. Другой вопрос, что когда вокруг меня наши гости, конечно же, я кручу головой то направо, то налево. Через несколько секунд я буду смотреть в одном направлении. Угу. И... Но пока ты крутишь головой, да, с вопросом, а где гости? Где, да, гости, кстати? Да, ну, мне сказали 5 минут, и гости будут на месте. Да, вообще этот человек настолько пунктуален, потому что, ну, не привык опаздывать. Но, вы сами понимаете, в Москве опять зима. Слушай, нет, дело не в зиме. Дело в том, что вот эта неделя перед 8 марта, она как перед Новым годом тоже. Слишком много машин, все за подарками, курьеры, туда-сюда. Пробки дикие. Это правда. Я сама сегодня еле успела. Да, кстати, действительно. А я сегодня приехала заранее, между прочим. Молодец. Да, потому что я сегодня из своего календарного плана вычеркнула одно дело. Я должна была... Я всегда впихиваю достаточно много дел. Но сегодня я просто волей просто взяла себя в руки и сказала: нет, ты не успеешь это сделать. Но мой внутренний голос говорил: да успеешь, конечно же. Ты же всегда все успеваешь. Это было что-то приятненькое. Ну, потому что на 5 минут опоздала. Разве вопрос... Ну, в общем, я взяла и вычеркнула дело, на которое у меня было отведено 1,5 часа, и приехала на работу на 1,5 часа раньше. Ну, не на полтора, на час раньше. Можно, но тем не менее. Принять ванну, выпить чашечку кофе. Ну да, я вся здесь, друзья, и, в общем, это меня очень радует. Я сегодня какая-то даже расслабленная получилась, потому что обычно... Вот ты знаешь, кстати, я вспоминала, когда училась в театральном институте, у нас есть 1 секунда? Или... Даже две. Две? А, я училась у Игоря Петровича Владимирова, ну, такой серьезный человек, режиссер, народный артист СССР, и он когда-то сделал великую Алису Брунну Фрейндлих, великой, из маленькой артистки, молодой, и он меня ругал все время, что я опаздываю на занятия, я опаздывала постоянно. И я говорила, потом я узнала, пронюхала в театре, мы же учились в театре прямо, я пронюхала, что Фрейндлих, оказывается, тоже, когда бежала на сцену, она всегда вбегала из-за кулис, вот прям вот открывались кулисы, и она влетала на сцену. И все это время от гримерки она бежала, и у нее было засечено, что там ей бежать минута, там 38 секунд от момента ее гримерки до выхода на сцену. И она вот как скорый поезд вот так как бы вылетала на сцену. И я ему говорю: Игорь Петрович, а почему вы меня вот мучаете с этим вопросом? Вот Алиса Брунна, она же тоже бежала на последних секундах на сцену. Он говорил: да. А я же тебе рассказывала эту историю, да? Он говорил: да. Ты решила ее сейчас прервать, да? Она бежала на последних секундах, но приходила в театр за 3 часа до начала спектакля. Как и ты сегодня. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Дорогие друзья, ну вот, наконец, наши гости специально держали интригу. Маргарита Симоньян приехала к нам. Маргарита, здрасте. Здрасте. Очень прошу прощения за опоздание. Честно, выехала больше, чем за час. Ну, как-то... Вы выехали с работы? Тяжело, конечно. Конечно. Но вы абсолютная весна. Девушка весна. В моем мире зимы нет. Это прекрасно. Никогда. Класс. На самом деле, мне кажется, с такой установкой в жизни ее действительно не будет и в жизни никогда. Там все время жара, доменные печи, то есть все горит, вылетает. Да? Но на самом деле у вас действительно жара. Слушайте, очень прям вот коротко, но с небольшим вступлением, с марлезонским балетом. Не каждая девочка из скромной провинциальной краснодарской семьи, у которой скромные родители, превращается в одного из самых влиятельных журналистов мира. Попадает в сотню Forbes, как влиятельный человек. И, конечно же, люди... Вот это хорошая поправка. Как влиятельный человек, а не как самый богатый. Да, к сожалению. Впереди. Я думаю, что действительно многие вещи еще впереди, хотя в данном случае в зависимости от того, что для вас более ценно. Мы же всегда получаем то, что для нас более ценно в жизни. Так вот, не каждая далеко, уж мы даже не будем считать, на одной ли руке можно это пересчитать, или, может быть, даже и тут пальцев много. И все-таки вот вам это удалось. Вас такой вот родители правильно воспитали? Книги,
кто? Музыка? Ну, не каждая девочка, если исходить из вашего изначального, то если не каждая девочка, наверное, этого хочет. Угу. А нормальные девочки, многие, не все, но многие хотят замуж, детей. А я была в юности, в молодости очень-очень-очень настроена на карьеру. И, в общем, ничем больше так вот всерьез не интересовалась, кроме своего образования, журналистики, стремления. Вы прямо с детства журналистом хотели быть? Прям да, прям с детского сада. С детского сада? Я еще даже не понимала, что это значит. Мне один мой двоюродный, он мой был, или троюродный дедушка, или прадедушка. Я очень рано научилась читать, и меня родители возили по родственникам, как аттракцион. И я читала вслух, стоя на табуретке, газету «Правда». И вот этот мой родственник, он это увидел, мне было, наверное, 5 лет, и он сказал: ничего себе, вырастет, журналистом будет. И мне так это запомнилось. Я еще не знала, что это значит, но я с тех пор твердо решила, что вырасту, журналистом буду. Хотя, на самом деле, я гораздо больше хотела писать. Я думала, я буду пишущим журналистом, и, может быть, потом писателем. Но это тоже воплотилось в жизнь? Ну, отчасти. Не так, как я хотела, и не так, как я до сих пор хочу. Ну, отчасти, да. Ну, так просто жизнь привела на телевидение очень рано, и дальше уже покатилась и покатилась. Не сбылись мечты детские. Не-не-не, пока не отбылись. Пока нет. Я работаю, видишь, над этим. Нет? Да, вот именно, что вы абсолютно, по-моему, неплохо уже с неплохими результатами работаете над этим. По крайней мере, книга стала бестселлером. Нет, пока с плохими, но никакая книга бестселлером не стала, к сожалению. Но я на пути. Ну, мы встретимся с вами, я надеюсь, в этой студии лет через 10 обсудить не список Forbes. Почитаем с табуретки ваши статьи. Нет, тогда почитаем с табуретки какую-нибудь книжку. Да, художественную литературу. А пока посмотрим на московские дороги. Ну, там все серьезно. Там 8 баллов, говорят нам Яндекс.Пробки. Трешка по внешней от Волгоградского проспекта до Новой Башиловки. 1:47. Садовая по внешней от Ленинского до Тверской. 1:46. Котельническая, Москворецкая, Кремлевская набережная от Гончарного проезда до Большого Каменного моста. 1:17. Снова Садовая. Внутренняя сторона от Курского вокзала до Тверской. 1:11. Трешка по внутренней от Нижегородской до Ленинского. 1:13. Реклама на Русском радио. Да. Москва на ВДНХ. Я поэтому и говорю, потому что мы отодвигаем микрофоны, и уже здесь направлен микрофон. Окей. Ну, про горячие точки я обязательно должна в эфире задать этот вопрос. Я не могу его не задать вопрос. Но давайте, раз уж коснулись литературы, почему вы считаете, что сценарий, который вы пишете к фильмам, это же тоже такая же творческая работа писательская? Ну, в какой-то мере, да. Да нет, я же говорю о том, что есть какая-то детская мечта писать, все свое время посвящать этому, чего-то в этом добиться. И, конечно, это никогда пока еще не было для меня возможно, потому что это всегда, что называется, без отрыва от производства. То есть, а дети ваши? Где-то 2 часа. Также вот талантливы в плане изучения, там читают они, рано научились. У меня никогда не хватило наглости назвать себя талантливой, это точно, я надеюсь, никогда в жизни. Ну а как ребенок 5 лет читает газету «Правда»? Но это же, это просто ребенок рано научился читать. Мои дети тоже очень рано научились читать. Дети наши, Тигранцы, говорят на 5 языках, и на 5 языках читают и пишут. Читают и пишут? Да, им 5 и 4 года. Я знаю, я поэтому удивилась. Да, я иногда выставляю в Инстаграм видео, они меня самому ужасают, когда твой 4-летний ребенок читает на китайском, ты смотришь на это и думаешь, а чего добилась я? Нет, ну подождите, а у вас плохо, вы же тоже полиглот? У меня только русский и английский, нет, у меня только 2 языка. Да. А я думала, что вы восточный тоже какой-то изучили. Нет. Слушайте, поразительно. 4 года читает ребенок на 5 языках. Кто их учил? У них преподаватели, носители языка. Это вы придумали? Да. Это я придумала, а научила меня этому. Я не знаю, хотела ли бы она, чтобы я ее имя произносила в эфире, поэтому не буду. В общем, одна женщина известная, которая давным-давно, когда я еще даже не думала о детях, больше 10 лет назад, мне рассказала, что ее дочка тоже 6 лет говорила, по-моему, на 6 языках, но точно не меньше 5. И вот она мне рассказала эту схему, она мне запала так в голову, и я подумала, что когда у меня будут дети, я точно. Слушайте, попробую. Расскажите мне эту схему, может быть, и нашим тоже зрителям будет интересно. Очень у меня просто... сейчас просто младшей дочке будет через месяц 2 года. Вот то есть это уже взрослый, а вот это как раз маленькая. Уже очень пора.
значит, способность усваивать язык как родной у любого человека закрывается примерно в 6 лет. До 6 лет мы с вами, мы же с вами не изучали русский. Ну, мы учились потом читать, писать, мы не учились говорить по-русски. Мы учились потом в школе говорить по-английски. Это сложно было, да, мы изучали картели, ничего не понимали, это было мучительно. А вот свой родной первый язык мы выучили без малейших усилий, без малейшего насилия. Так вот, ребенок, как говорят люди, которые этим занимаются, специалисты, ребенок способен освоить до 7 языков в возрасте до 6 лет без малейшего усилия, просто если он все время слышит эти языки. Я, когда еще работала репортером... Да, сейчас идем, мы потом продолжим. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Дорогие друзья, Маргарита Симоньян у нас сегодня в гостях, и мы остановились на том самом месте, когда Маргарита пошла воплощать свою мечту, становиться журналистом. Я не могу, я когда вот изучала вашу биографию, у меня волосы шевелились, потому что я видела красивое, очень красивая молодая девушка. Я себе представляла, очень красивая, это вы очень преувеличиваете. Девушка как девушка. Ну, девушка, окей, девушка как девушка. Но тем не менее, на фотографиях же ты смотришь. Я же вижу, что... Человек... Очень молодая, это правда. Да. 16, сколько было? 16-17 лет? Когда что? Ну, когда вы собрались в горячие точки поехали. Не, в 19. Я первый раз поехала в 19 лет. Только началась Вторая Чеченская война, да. Ну, я уже большая была, уже 19 лет. Ну, действительно, 19 лет, у меня как раз старшей дочке 19 лет. Не пускайте ее никуда. Боже упаси, что вы. Ни в коем случае. Нет, ну а как вы-то до этого додумались? Почему? У меня особенно выбора не было. Я жила в Краснодаре, и у меня не было никаких возможностей где-то стать знаменитой, где-то... Засветиться, да, чтобы меня заметили. А я хотела стать известным журналистом. Ну, в первую очередь, я хотела вырвать свою семью из нищеты, честно вам сказать. Потому что жили очень-очень-очень бедно, как очень многие люди жили в то время. И многие до сих пор, к сожалению, живут. Ну, тогда это было такое прямо, ну, практически везде, да. И у нас в этом смысле был такой пример, один из самых отчаянных бедности, я имею в виду. Мне это не нравилось, меня это не устраивало. Я понимала, что если не я, то в моей семье, в общем, было некому больше. А как сделать карьеру, когда ты провинциальный журналист, работаешь в маленькой провинциальной телекомпании, никто тебя не знает, и, в общем, там ты уже достигла своего потолка. Я своего потолка в этой телекомпании, малюсенькой, там 30 человек всего работала, достигла уже к 19 годам. А дальше что? Конечно, нужно, чтобы тебя заметили в Москве, чтобы тебя заметили на большом канале, чтобы тебе стали заказывать репортажи, и, может быть, потом тебя забрали в Москву, как в итоге и вышло. Но это же страшно. А какой самый короткий путь попасть и стать известным журналистом для московских редакционных людей? Отправиться это поехать туда, где страшно, абсолютно, и куда поехать никто на не войну хочет. Абсолютно и привести репортажи с войны. И когда появилась первая же возможность нашей маленькой телекомпании мне поехать в командировку в Чечню без аккредитации, без каких бы то ни было условий, гарантий, без ничего, я сказала: да, еду. А родители что сказали? Хоть 19 лет это уже совершеннолетний, но все-таки. Это был единственный раз в моей жизни, когда я обманула своих родителей. Не сказали вы им, конечно. Да, не сказала, а обманула, к сожалению. Сказала, что в другое место поехала. Да, я понимала, что они этого не переживут. Мама моя костьми ляжет там. Да что вы, ляжет, конечно, на дорогу, перекроет путь этому Уралу, на котором мы уезжали. И я сказала, что я уезжаю в Геленджик на корабле, снимать там что-то про жизнь на корабле. Мне надо было как-то объяснить, почему со мной не будет связи так долго. То есть я сказала, насколько вот вы уже? Поэтому недели две примерно. Но для отсутствия связи это долго. Я с родителями так надолго без связи никогда раньше не оставалась. Еще. Да, то есть две недели нет никакой связи у тебя с большой землей. И я сказала вот так и уехала. Ну, конечно... Это было неправильно, потому что обманывать вообще неправильно, с одной стороны. Но, с другой стороны, это был очень гуманный поступок по отношению к родителям, потому что я бы поехала все равно, но мои родители в этот момент, наверное, сошли бы с ума. Они бы за две недели просто... Ну, или сердцем бы что-то было плохо им. Ой, я не знаю, прям мне хочется спросить только об одном. Вы об этом вообще... Вы расплакались, да, потому что она расплакалась. Для меня это вообще какая-то... Ну, она просто представила свою старшую дочь сейчас на вашем месте. На самом деле, правда. Извините, я не хотела. А вы не могли представить вот своего ребенка? Пока нет, у меня еще дочке 5. Понятно. Я как-то ее еще воспринимаю как в пеленках, знаете. Я ее еще не воспринимаю взрослым человеком, способным на такие самостоятельные решения. Но, наверное, это было бы чудовищно. Но никогда не жалели. Ну, то есть, вот нельзя сказать, что там я об этом не жалею.
или нет? Я вам так скажу. Я не могу об этом жалеть, потому что в итоге так и получилось, как я задумала. То есть это стало триггером и стартом к моей работе уже такой серьезной журналистской карьере. И без этого, наверное, может быть, ничего бы и не было. Или это заняло бы гораздо-гораздо больше лет. То есть расчет был правильный? Да, но я этого точно никому не желаю. Если меня сейчас слушают молодые девушки, журналистки, вот у нас скоро 8 марта, да, сейчас мне рассказывали вчера, что очень немодно отмечать 8 марта, но будем исходить что из того, что я немодная, я 8 марта с удовольствием отмечаю. Так вот, молоденьким девушкам-журналисткам я это очень-очень не рекомендую. Это просто не надо делать. Пусть мужики ездят и воюют. Хотя у меня тоже на работе много военкоров, девушек, женщин, может быть, даже так, если посчитать, даже больше, чем мужчин. Это выбор, я очень горжусь и девчонками, и парнями нашими. Ну, я их не разделяю, там, по половому признаку. Только по профессиональным абсолютно. Качествам. Абсолютно. Я очень-очень горжусь ребятами, я считаю, что это вообще для меня, как для руководителя, вот это вершина репортерской работы, способность самостоятельно отправиться на войну и там работать. Причем я-то ездила в своей жизни всего несколько раз, а у нас есть ребята, которые просто постоянно оттуда, да, живут, едва там возвращаются, живут там, которые больше проводят времени там, чем не там. А боевых зон по всему миру достаточно, и наши ребята есть везде, в отличие от многих других международных телеканалов. Я восхищаюсь и преклоняюсь перед ними. Ну, конечно, я бы, наверное, пожелала себе каких-то вещей в жизни никогда не увидеть, которые я, к сожалению, увидела в Беслане в том числе. Наверное, мне бы жилось лучше, и я психологически была бы более цельным и менее тревожным, может быть, человеком, если бы я каких-то вещей в своей жизни не видела и не прошла. Я вас понимаю. Мы прервемся. Да. Вы переживали это, не говоря. Я очень переживала, конечно. Потому что я еще и сказать никому не могу. Да, и потому что вы еще и обманули. У меня совесть мучает, что я обманула. И я, ну, ребенок же еще, в принципе, ну, 19 лет. И я переживаю, а вдруг я не вернусь, никто даже не знает где, и я ни с кем не попрощалась. Ну, это тоже. Ладно, так, возвращаемся к теме учить языки. Снова для Ютуба, для нашего, да. Итак, получается, что ребенок должен слышать, да. До 6 лет должен слышать, что речь, это как вы в каком виде? Ребенок, ну как вы выучили русский? Не помню. Вот именно. То, что его не учили. Ваши родители, да. Близкие и прочие просто говорили с вами по-русски, при вас по-русски, вы все время слышали эту речь. Точно так же это происходит со всеми другими языками. Да. То есть человек, носитель языка, приходит в дом на час, на два и прицельно говорит с ребенком, с младенчества начиная, на этом языке. То есть просто берет там, маленького, не знаю, 8-месячного ребенка, идет гулять на площадку с колясочкой и говорит ему то, что говорит обычно мама, няня. Да. Смотри, это птичка, смотри, это небо, ой, давай с тобой поедим, ой, давай тебе памперс поменяем. Но все это сопровождается другим языком. И ребенок не замечает, как он выучивает этот язык, не замечает. Это поразительная история. Одна есть совершенно трагическая история, которую я снимала тоже в очень юном возрасте, когда еще была репортером. Я снимала репортаж о детях, брошенных в инфекционном отделении детской больницы, которых их в детдом не принимают, потому что у них все время какие-то диагнозы, и родители их бросили. И вот там одна была девочка, ей было года 4, и она всю свою жизнь пролежала вот в кроватке под окном в этой палате. Она не умела говорить, она чирикала. Я не могла понять, почему она чирикала, потому что все, что она слышала всю свою жизнь, это птицы за окном. Она лежала в кроватке под окном, и она чирикала, понимаете, это, наверное, пример, и, конечно, совершенно чудовищный, но это к вопросу о том, как люди, как дети в этом возрасте выучивают. Речь, вот все, что они слышат, вот это и становится их речью. Соответственно, если они слышат речь другого языка постоянно, они ее запоминают. Другое дело, что если это не продолжать, то дети так же быстро это забывают. Конечно. То есть это должно продолжаться лет хотя бы до 12-13, иначе эти навыки будут забыты.
Но, то есть к вам, получается, приходит носитель, ну, допустим, русский понятно, армянский понятно, значит, приходит носитель. Французский, китайский, английский. Приходят три преподавателя, которые с ними общаются. Да, так и есть. Классно. Ну и дальше уже после того, как дети, собственно, говорят, они примерно одновременно начали говорить на всех этих языках, они начинают учиться читать, читать, писать, но это уже как обычно, как дети в школе учатся. Ну, вот то есть, по большому счету, все, вот эти вот это все функции мозга. Шоу Аллы Довлатовой. Дорогие друзья, они у всех здоровых людей такие. Маргарита Симоньян сегодня здесь с нами. Мы говорили про начало, ну, такое вот суровое начало, да, вашей карьеры журналистской. А вот потом вы приехали, учились у Познера. Можете вот... Ну, понятно, нет, это было до этого. До было этого не потом, учились? Это было до этого. То есть я как раз отучившись в этой школе Познера, она называлась, я вернулась в Краснодар и буквально через неделю уехала. Ну то есть это все-таки влияние было, получается, такое. Но чему, вот можете просто себе сейчас попробовать определить, самое главное, чему он вас научил? Ну, нас учил не только и даже не столько он, самого-то Познера мы видели раза два, наверное, или три, нас учило несколько совершенно потрясающих преподавателей, среди которых был, например, Олег Борисович Добродеев, который сейчас возглавляет ВГТРК, был Владимир Михайлович Кулистиков, который тогда был начальником службы новостей НТВ, и вот они мне запомнились, они очень многому научили, буквально, наверное, всему, что я узнала в своей репортерской именно работе о телевидении, они нас научили, и Познер сам, конечно, но он больше ведению уделял внимание, поскольку он ведущий. А Олег Борисович и Владимир Михайлович, они нас учили именно репортерской работе. Был еще замечательный человек, он был оператором курпункта CNN в Москве, и он нам показывал репортажи с обкора CNN в Москве. На тот момент Джилл Догерти была такая женщина известная. А и вот она делала просто потрясающе. Сейчас уже так не делают, конечно. По качеству именно репортажа. Каждый ее репортаж — это был маленький документальный фильм. Я с ней общаюсь до сих пор. Она сейчас уже работает, к сожалению, в Госдепе. У нее там свои задачи. Но, тем не менее, она приезжает иногда в Москву. Мы с ней, не могу сказать, что даже периодически, изредка, скажем так, изредка общаемся и пересекаемся. Вот недавно на каком-то форуме виделись. Как бы они на питерском, хотя, может быть, я ошибаюсь. Вот. И, ну, многому они научили, да. Я тогда с изумлением узнала, что за 5 недель можно научить телевидению гораздо эффективнее, чем за 5 лет на журфаке. На самом деле, вот именно вот это меня больше всего изумляет, что нас, что эта профессия, она, ее можно дать совершенно по-другому. Ну, главный опыт. А из тех, кто с вами учился, многие ли добились сравнительных хотя бы с вами успехов? Или все-таки вы такая уникальная получилась? Взяли вы кого-то к себе на работу? Да. Из тех ребят? К чью-нибудь судьбу? Да, кто-нибудь очень, очень многие, да, очень многие из моего поколения пришли так или прошли так или иначе. Нет, школы. Я имею в виду именно вот, вот вместе именно с вами. Именно в моей группе, да. Но у нас было всего человек 10. Я знаю, что вот одна девушка, Мелани Бачина, она была очень популярна у себя в родном Томске. Вот я, честно говоря, не знаю, чем она занимается сейчас. Я помню, что она вышла замуж, тоже родила детей, по-моему, двух. Работает ли она сейчас на телевидении? Ну, то есть школа хорошо, но все-таки сила личности. Да, то есть, конечно. Понимаете, я, к чему я веду? Естественно. Вы меня уже засмущали. Школа школы, а Маргарита Симоньян у нас одна. Ну все, ну пожалуйста. Ну я же вас прошу. Сделай, пожалуйста, паузу песенную, а мы вернемся. А если вот про Рашу туда говорить, ведь сколько нападок на вас, просто какой-то ужас. Мне кажется, ну опять-таки, я понимаю, что девушка в 19 лет, прошедшая горячие точки, наверное, уже есть какая-то броня на душе. Но все равно, ну как вы, вот как вы к этому относитесь? Это же вранье часто бывает. Ой, да я никак к этому не отношусь, потому что это тоже началось так рано. В моем родном Краснодаре появились... Сначала же до того, как появился ЖЖ, до того, как уж тем более появились всякие фейсбуки и прочее, появились такие форумы, помните, были форумы? Да. Вот, и у нас они были страшно популярны, эти форумы, потому что тем более вся журналистская тусовка там бесконечно сидела в этих форумах. У меня, кстати, в этой книжке, о которой вы говорили, моей, которая не стала совсем бестселлером, но там целая глава этому посвящена. Значит, какой-то журналист, который писал «Право» статью, он очень хотел создать такое мнение, потому что я прочитала и там думаю. Ну вот, и там, ну, это бесконечный был какой-то трёп, сплетни,
наезды и прочее. А у меня так получилось, что вот из-за этих военных командировок, из-за там разных других факторов, я очень быстро стала известным, ну, довольно известным журналистом в Краснодаре, что было, в общем, несложно, да? И, конечно, не все этому радовались, как всегда бывает в любом коллективе. Какая-то девица, понимаешь, только вообще пришла на журфак учиться, третьекурсница, уже мне там вручили главную премию краснодарскую на тот момент, как раз вот, когда я еще не вернулась. В общем, как-то, а еще и была какая-то денежная премия, которую мне вручили. И это не всех обрадовало. И началось бесконечное. Да у нее папа, да у нее любовник такой, сякой, да у нее мама. Ну, как обычно. И такую пургу. Моя любимая была история, когда кто-то написал: да видел я ее в Чечне, там, значит, наши мальчики сидели в окопах, а она на каблучках прямо им по рукам шла. Ужас какой! Я просто взорвалась смехом, когда это пришла, потому что я писала, представляете, Чечня, война, декабрь, с руками, значит, они в окопах, у них взяли руки, а я, не боясь ничего, с открытой грудью, на каблуках, в декабре, в грязище, на шпильках, значит, наступаю им на пальцы. Да, по рукам шла и на пальцы наступала. И когда я это прочитала, я поняла, что да. Это талантливый драматург, это наверное. Представляете, такое описание? Это гораздо больше весело, чем грустно. Да уж. Поэтому как бы иммунитет, знаете, почему детей нужно прививать, чтобы был иммунитет. Вот меня привили, когда я была фактически ребенком, поэтому мне это все, честно сказать, волнует очень мало. А вот то, что вы в пуле у президента были столько лет, вот это такая же школа, это дало. Ну да, ну ты все, чем в жизни занимаешься, это школа. Борщи варишь, это тоже школа. Конечно, это было очень интересно. А что такое? Просто чтобы люди даже вот понимали, что такое быть доверенным лицом президента на выборах. Вы имеете в виду сейчас, когда я была доверенным лицом на выборах? Ну вот я ездила. О чем он с вами советовался? Он со мной ни о чем не советовался. Нет. Я ездила по регионам и принимала участие в разных мероприятиях, и в Москве, и в регионах, вот ходила бесконечно на эфиры вот такие, да, на радио, на местных радиостанциях, на телеканалах, и дебаты были, то есть там были представители других кандидатов, я как доверенное лицо Путина, другие местные люди как доверенные лица своих кандидатов, и мы с ними дискутировали некие прения. Жалко. Да, я-то, честно говоря, рассчитывала, думаю, доверенное лицо президента. Наверное, он позвонит. Скажи мне, пожалуйста. Как ты считаешь? Да. Ну правда, но есть же какие-то вопросы, которые, Какая вы замечательная девушка. Серьезно, я правда. У нас, кстати, последний выход. Боже, подождите, надо тогда решить что-нибудь. Ну давайте тогда про Тиграна, про детей, про личную жизнь, да? Ну, потому что, видите, Маргарит, тогда вы просто, пожалуйста, я не успела задать половину вопросов. Какие половины? 70% не успела задать. Ну, вы выберите еще время, хотя там через месяц, через два, ну, может быть, у вас какое-то с каким-то событием. Там, мы посмотрим, да, чтобы вы пришли, да? Чтобы мы хоть смогли. Но у вас формат, видите, какой. А у нас там времени может быть формат. А может уже поменяться. Может быть, уже будет больше времени. Не у станции, а у нас. Да. Станция не поменяется, а у нас, может быть, там повезет нам. Ну, потому что понимают же, что для того, чтобы диалог шел, он не должен вот так вот. Ну, конечно, странно. Да, вот это. И поэтому, да, поэтому, может быть, мы к этому доберемся как раз через месяца полтора-два. Да, это правда. Так, ну ладно, все тогда. Ой, это ужасно, что это последний выход. Но у нас еще страшно. Ну это сейчас понятно. Как это, знаешь, как в анекдоте про хирурга. Ничего не получается. Все, нет, сейчас закончим. Нет, детей просто успею спать уложить. Да. Это-то да, конечно. Раньше. Ведь, у вас маленького сколько? Два? Младшие дочки будут через месяц-два. Ну да. Как чудесно. Какая молодец. Сколько у вас всего? Четверо. С ума сойти. У вас еще как раз есть столько же времени. Я очень хочу. Да. Поэтому. Нет, как-то это вот. Ну, это же понятно, что во время еды такое приходит.
Когда ты осознаешь, что это такое. Ир, я хочу, но это же как Бог даст. Сами не заводятся. Это правда. Это как или Бог, присылают, да. Или не присылают. Да. Да, но все равно, если Бог дал уже два раза, то значит ты еще можешь дать. Да, я надеюсь. Это у нас реклама сейчас идет? Да, да. А, ну, мы заканчивать очень хотим еще. Ну а почему же нет? Тем более, не знаю, вот, мне кажется, возраст позволяет. И потом это всегда... Вот я, когда у меня, получается, старше 19, сыну 14, а средней дочке 11, вот позавчера было. Все, привыкла 10, еще не успела перестроиться. И вот младше 2 года. И когда я ее только родила, и вот, это вот, вот этот первый год, уже полтора, я стала ощущать, что я прям как будто моложе становлюсь, да, морально. Конечно. Потому что ты снова проходишь все это так быстро забывается. Шоу Аллы Довлатовой. Дорогие друзья, Маргарита Симонян сегодня здесь с нами. Но у нас, правда, немного времени в связи с пробками, с тем, что вы еще чуть-чуть опоздали, да еще плюс у нас песен много накопилось, стоит в очередь. А, поэтому хочется поговорить и про какую-то составляющую личную вашу, про Тиграна, про вот отношения в семье, про детей. Ну и вообще про то... Ну, давайте поговорим. Вы дома-то бываете? Вот вопрос. Да. Слава Богу. Обязательно. Спать когда у меня, когда, ну, не, мягко говоря, не всегда у меня получается их укладывать спать, но все-таки, когда у меня родились дети, я, сказать вам честно, приняла для себя решение, что я резко буду сокращать время, которое я никак не могу посвятить семье, и, соответственно, увеличивать время, которое я могу посвятить семье. И я для себя решила, что если у меня не получится свою работу, да, вот компании, где я главный редактор, развивать и поддерживать на должном уровне и заниматься своей работой так, как надо, в связи с тем, что у меня дети, то я просто уйду. Я для себя сделала этот выбор, что я лучше уйду в семью и передам это людям, у которых нет детей больше, да, или, может быть, дети уже взрослые, и семья не требует такого пригляда, как у меня, нежели буду этим жертвовать. Потому что, конечно, карьера, это все замечательно. Но, во-первых, я ее все-таки сделала очень рано. Меня назначили на RT, когда мне было 25 лет. То есть я очень давно все, что я хотела себе, может быть, доказать или чего-то добиться, в общем, это все уже случилось. А первого ребенка я родила в 33. И для меня такого выбора не стояло. Поэтому, как мне дочка звонит: «Ну что, ты уже едешь ко мне со своего совещания?» Она еще толком не понимает, что такое совещание, но уже возмущается. Вот. И что вы на это, если вы еще не едете, что вы можете? Отменить. Можете бросить все и отменить. Вот у вас есть еще встреча какая-то, можете ее перенести и все-таки поехать к дочери? Или в зависимости от того, с кем? В зависимости от того, с кем, и в зависимости от того, что у дочери. Если это просто я соскучилась. Да, просто мамочка, я соскучилась, я могу с ней поговорить по телефону, ее успокоить, пообщаться, чтобы эту вот нашу обоюдную страсть друг к другу утолить. Но, конечно, если ребенок, допустим, болеет, не дай бог, да, и нуждается в такой в постоянной, ежеминутной какой-то даже обнимашке, в чем-то, чего не может дать ни бабушка, ни няня, то есть они дать, конечно, могут, но ребенок все равно, ему когда он чувствует мама. Себя таким слабым и таким ранимым и беззащитным, конечно, нужна мама. И тогда для меня вопрос так не стоит. Там, тем более, если ребенок попал в больницу. Я не будем прямо всегда... такого даже себе. Давайте не будем представлять. Ну, в смысле, это уже бывало. Это уже бывало, и я всегда отправлялась в больницу вместе со своим ребенком, и для меня никогда не было выбора. А вот как же работа? Я буду в этой больнице, пока ребенок болеет. Если работа требует... Понятно, что все равно работа вся помещается в телефон современными средствами связи. Но если бы она требовала, что нет, ты должна с утра до ночи быть здесь, и ты не можешь лежать со своим ребенком в больнице, я бы просто ушла. Ну, это, в общем-то, даже не странно, это вполне естественно, что... Это нормально для женщины. Да, во-первых, для женщины, во-вторых, у цельного человека, у цельной натуры, ну, наверное, есть, конечно, полутона, но есть какие-то принципиальные вещи. Какие вещи для вас принципиальны? Мы действительно уже сейчас будем прощаться. Принципиальные? В семье понятно. Дети это главное. Родителей уже перевезла сюда, в Москву? Маму я перевезла сразу. Я переехала, когда переехала, у меня началась такая депрессия от того, что я совершенно не привыкла жить одна. Я выросла в большом таком доме, где все время родственники, песни, пляски, нарды. Ну, знаете, армянский дом такой типичный.
И вдруг я переехала в Москву одна. Первое время я жила у Ирады Зиналовой, угу. подружки моей, вы знаете ее, наверное, телеведущую. Слышали. А потом в итоге я сняла квартиру, естественно, переехала и совсем жила одна, и мне вот прям было плохо. Я маму перевела через полгода. А сейчас мы живем, нас в доме живет 11 человек. Так, считаем. Мы живем вместе, представьте, мы живем вместе с моей мамой и Тиграна мамой, что самое вообще замечательное в этой истории, потому что они знакомы-то всего-навсего 5 лет. Как они вообще знакомы, да. Но они за это время так подружились, что они друг без друга, вот даже просто... Мы, вот, допустим, гости пришли, да, большой стол у нас, как правило, в воскресенье к нам приходят гости, у нас большой стол накрывается, и спускается Лаура Шотна, моя свекровь, а Зина где? Я говорю, ну, мама там вот где-то, может быть, она не спустится, она там смотрит телевизор. Я тогда тоже пойду. То есть они друг без друга просто даже за стол не садятся, и любые мероприятия, ну что, поедем там в субботу, скажем, я не знаю, в какой-нибудь... парк или что-то, выбирать подарки к Новому году. Если Зина поедет, я поеду. Если Зина не поедет... Это для меня удивительно, что люди в, ну, в возрасте, взрослом, да. скажем так, не юном, будучи совсем недавно знакомы, вот так могут найти общий язык, при этом живя в одном доме и проводя вместе, они-то, в отличие от нас с Тиграном, целый день дома. Мы-то весь день на работе. Они целый день дома, и вот им не хватает друг друга все равно. Удивительно, потому что раз вы с Тиграном, несмотря на то, что у каждого была своя жизнь, тем не менее соединились и поняли, что это... А вот это две половинки одного целого. Значит, и мамы, которые вас воспитали, естественно, это родственные души. По-другому, мне кажется, быть не может. Может быть. Слава Богу. Ну что, вот видите, нам приходится прощаться. Спасибо. Маргарита, ну правда. Спасибо много вопросов всем. Не задано. Хорошего вечера. Да, пообещайте, пообещайте нашим слушателям, что вы еще придете. Да. Пообещайте мне, что мы поговорим без песен. Мы будем к этому стремиться. Хорошо, если я смогу вам это пообещать, все, то тогда я сразу приду. Договорились. Подождите, сейчас еще. Еще мы вас поздравляем с наступающим 8 марта и желаем, чтобы у вас в жизни все получалось так, как вы это вы хотите сами, сердцем как хотите. И я вас поздравляю, девушки-красавицы, желаю, чтобы вас отпустили с эфира быстрее к вашим семьям. Спасибо. Четверо детей у Аллы, не знаю, сколько у вас. У меня одна, она уже взрослая. Ну вот, но все равно она скучает. Нам всем счастья, радости и цветов в этот день. Спасибо. Спасибо. Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском радио.